Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый коллекционер. В этом выпуске я покажу вам монету 5 гривен передовая. Наверняка вы не знали, что плакат именно харьковского художника Национальный банк отчеканил на этой монете. Я покажу его. И распакуем вот такую посылку, как раз связанную с этой монетой. Если интересно, продолжайте смотреть. Новая монета 5 гривен передовая была введена в оборот 12 октября 2020 года. Она посвящена медикам и военным, отлично передавая их героические образы и поступки. Всего монета была выпущена тиражом 45 тысяч штук, ну номинал у нее 5 гривен. На аверсе монеты изображен малый государственный герб Украины и надпись «Украина». Справа на матовом фоне вертикальная надпись «Разом» и номинал 5 гривен. Также отчеканен вертикально. Слева на зеркальном фоне изображены две руки, показывающие знак «Виктория». Распространенный жест, означающий победу или мир. Также на аверсе изображен год чеканки монеты 2020 и логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты изображены образы медика и военного и использована цветовая печать «Тампа печать», между которыми отчеканена вертикальная надпись «Передовая». Автор оригинального плаката «Передовая» – харьковский художник Никита Титов. Он участвовал в создании новой монеты. Ранее плакат харьковского художника-иллюстратора стал прототипом для создания одноименной марки «Укрпочты». Тираж почтовой марки – 140 тысяч экземпляров, стоимость 9 гривен. В Нацбанке увидели марку с этой картинкой и решили продолжить эту серию. Художник сказал, что с ним связались представители Национального банка, и он с удовольствием поддержал этот проект. Сам художник отметил, что плакат был нарисован им в течение часа с момента появления идеи. Что касается создания памятной монеты, то здесь Никита Титов лишь предоставил сам плакат, на базе которого специалисты Национального банка разработали проект монеты. Как по мне, монета очень красивая и однозначно стоит положить ее к себе в коллекцию. При этом она не очень дорого стоит. Купить эту монету можно, как вы знаете, на сайте Violeti, которым я регулярно пользуюсь. Ссылку на эту монету у разных продавцов я размещу в описании к видео. Так что можете перейти и прикупить. Давайте перейдем к распаковке этой посылки. Здесь будет новый выпуск журнала «Нумизматика и фалеристика», и как раз связан с этой монетой, но я его еще не видел. Давайте распакуем и посмотрим, как же он выглядит, что нам пришло, собственно, в этой посылочке. Здорово, ребята, посмотрите, как красиво выглядит этот журнал. Собственно, здесь главный элемент журнала, такая обложка с этой замечательной монетой. Потрясающе смотрится, и цветовая гамма круто передана, просто нереально. Прямо давайте полистаем этот журнал и посмотрим, что там, какая тематика этого направления. Так. Какая тематика конкретно данного выпуска? Значит, это информация, где можно приобрести этот журнал, количество, тиражи, вот, и телефоны, где можно, собственно, и сайт, и где можно купить данный журнал. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот информация о новых монетах, тиражи, как я говорил, 45 тысяч тираж монеты, новые монетки свежие. Вот предметы фалеристики. Так, какая тематика у нас еще есть в этом журнале? Это у нас боны польских
кооперативов. Так, смотрим этот выпуск. Что у нас тут дальше? Медали. Для тех, кто собирает медали. В этом. Это список статей, которые есть в разных журналах. Если у вас нет журнала, как я понял, можно посмотреть те статьи, которые вам интересны, и приобрести нужный выпуск. Гляньте, какие тоже интересные жетончики. Так. Я думаю, журнал будет интересен тем, кто развивается в разных направлениях и хочет иметь общее представление о монетах не только Украины. Вот, пожалуйста, угорщина. Вот так монеты Европы выглядят. Собственно, здесь указаны и тиражи, и стоимости этих монет. Так, это у нас новые медали. Смотрите, какие. Я, собственно, таких медалей никогда не держал в руках, но могут некоторые быть очень, очень редкие, интересные. Напишите, вы покупали когда-нибудь такой журнал? Возможно, у вас есть какие-то первые выпуски. Очень интересно, поделитесь, кто брал. Так. Очень, видите, статья по поводу фальшивых купонов. Собственно, вот такой вот журнал. Я обязательно почитаю его перед сном. Да, что-то интересное можно здесь однозначно узнать, какие-то истории. И ссылочку, где купить этот журнал, я оставлю в описании. Вот предыдущие выпуски. Вот. Потрясающе просто выглядит эта монета. Пожалуйста, поддержите лайком, если вам понравился этот обзор. И пишите ваши комментарии, как вам эта монета. До новых встреч, друзья. Всем пока. We'll be right back.